Привет всем. Продается петух белый. Или вот этот вот широкий. Или вон тот высокий. Сейчас пока мы их не разделили по цветам. Из-за того, что они только начали нестись у нас. И у них это временное пристанище. Сейчас мы будем козовник строить новый. И уже этих у этих будет свой курятник. Когда уже их пересадим. То есть они здесь сидят, получается, до посадки помидор. Ничего, удобрят сейчас все. Вот продается вот этот петух. 1,5 рубля. Или вот этот, или вон тот белый. Сейчас начнут кудахтать все. Курицы начинают у нас только нестись. Им 18 апреля будет 7 месяцев. Вон, топчет. Я сделала такое гнездо прямо сейчас, вот на быструю руку. Чтобы... А то им приходится вот это вот гнездо одно, где нестутся, делить на 7 куриц. Сейчас у нас тут много петухов. Но потом у нас черный петух, вот этот вот шикарный, пойдет с голубыми курицами, сядет в семью. Серый петух с черными, их тут две. Одна, получается, в гнезде сидит, одна вот. Ну, а белого петуха, конечно, придется, наверное, нам менять, потому что... Или вот один на обмен, а один на продажу, как-то так. Если есть желающие, можно поменяться. Находимся мы в Екатеринбурге. Кому интересно, очень будем рады обмену. Вон, курица начинает туда ползти в гнездо. Видно вам? Она разведку. И эти такие белые стоят. Чтоб никто к ней вдруг не залез. Вот природа ведь, а. Охраняют, чтобы курица села в гнездо. Вот так вот. Вот такие красотулечки у нас. Кохинхины. Такая залезла, не поняла ничего. На разведку сходила, не понравилось, вышла. Но она еще пока просто не поняла. Я думаю, что дубль 2 ей понравится больше. Ну, вон она крадется вроде туда. В общем, вот такие у нас дела. Кохочки, вот какой красавец Петенька. Петенька, Петенька. Они у нас все красавцы. Вот такие вот красотульки.